В Молдавии проходят выборы в парламент. По итогам голосования предстоит распределить 101 депутатское кресло. На места в палате претендует 21 политическая партия, один избирательный блок и 4 независимых кандидата. Основная борьба развернулась между сторонниками и противниками евроинтеграции. По данным социологов, шансы пройти в парламент есть у 5 партий. Воссоздать проевропейскую коалицию намерены либералы и демократы, ныне управляющие республикой. Их программа подразумевает, в частности, присоединение к НАТО. По опросам они уступают оппозиции, в том числе коммунистам во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и социалистом Игорем Додоно. За 2 дня до голосования с выборов сняли партию «Родина» Рената Усатова. Политик выступал за сотрудничество с Россией и вступление в таможенный союз. Он жестко критиковал кишиневские власти за коррупцию, а вопрос об ассоциации с ЕС предлагал вынести на референдум, считая, что граждане страны могут выступить против европейского курса.